Доброе утро всем. Доброе утро. Забрали Аленкина свидетельство. Про народжение. Про народжение, ага. А вчера не выходил в эфир. После позавчерашнего стрима отдыхал. Так что сейчас поедем на Днепр, проедем. Посмотрим, что там с рыбалкой. Что там, может быть, завтра и получится у нас проехаться. Еще раз у меня спрашивают, пока я не забыл, как с вами связаться. На моей страничке в гостях у тестя есть там написано «Всем привет» и стрелочка вправо. Нажимаете, там есть электронная почта. Можете все сообщения писать туда. Буду читать, отвечать вам, потому что каждый... Ты, ну, если ты напишешь номер, ну представь, что это. Ну да, если я номер буду писать, буду названивать все. Так написали я, время есть, прочитал, ответил. Будем делать с вами вот так вот. Кому надо мои контакты какие-то, заходите, пишите, буду отвечать. Все, мы едем на Днепр. Зашли с Витой в ВТБ. Консерву Вита хочет салатик мимоза сделать. И давай возьмем тунец, мы как всегда брали. Да, вот такой. Так, а есть тоже. Что ты хочешь еще? Яиц нам не надо? Ну, можно без этого. Все, хватит нам. Хватит? А ну смотри, какие. Выбирай. Нормальные. Ну тут нету. А, вот есть. Да, разлей еще. Бери. Сейчас я хочу еще глянуть. Все. Мороженое не хочешь? Сироп, шипшина, мята и хиноцея. Не надо, не будешь. Угу. Что еще, говоришь, надо? Сырки. А где сырки? Тортики. Ты не хочешь тортика? Что ты напечешь, если что, да? Возьми вот такие. Вот такие какие-то. Да, только без ничего, простые. Просто мне и надо масло простое. Штучки три, да, хватит? Холландер, да? Полно всего. Взяла? А, ты разные взяла, да? Тир. Это для чего? Ну, на всякий случай, мы что-то придумали. Угу. Что еще нам? Ничего. Селедку, чем уже там у нас в магазине возьмем, да? В нектаре, если что, да? Что нема, он уже и буряк вареный, готовый. Что хочешь? Вкусный такой. Вкусный? Да, ну возьми очень. Один. Он сладкий, сладкий. Возьми это один. Вообще вареный буряк. Бери. Так мы же сами сварим. Ну, так я ж тебе говорю. Ну, он бы такой
тебе не вкусный. Да, ну, бери один, давай. Сколько он стоит? Да, в гулях стало. 40 гривен. На гривен. Куплю, наварю. 40 гривен. 40 гривен я килограмм куплю и буду неделю его есть. Что, пошли? Хлеб мы взяли, а вот это вот интересный отдел такой. Вот это манный коньячок хороший, я когда-то брал, давненько, правда. И вот еще отдел интересный. Вот эта штука тоже прикольная. Джаггер Меллер, чи как он там. Где Вита пропала? Хожу себе сам, разговариваю, я нема. Где ты есть-то? Да я хожу, болтаю сам с собой. Да? Думал, ты рядом где-то. Ага. Не, я шоколадочка. Скидочки нема никакой. А вот давай скидка, Вита. Ну? Возьмем вот Стелла Артуа вот. Возьми по скидочке 4 баночки, бери, пусть дома будет. А можешь и своего взять 2 баночки. Какого? Вот этого своего, да, не хочешь? Да не жалко. Ну, ложи да, это. Последнее время пиво. Не хочется, да? Ну, все, тогда пошли. А ну, что вот это? Апилля. Приехали на Днепр. Рядом сейчас вот тут справа мужичок уже собрался. Я говорю, ну что, слабенький, клёв, говорит. Ой-ой-ой, а вода как ушла. А мусора сколько, да? Угу. Тут давно уже не было. Мусора полно. Да, как ушла. А мы хотели завтра, если получится, сюда ехать. Ну что-то мне сюда не хочется, да? Да, травы сколько, да? Угу. Раньше вот тут сюда вода была, да? Да, раньше вот тут аж под самый этот. Вот по вот эту бровочку была вода. А ты видишь, сколько вида на лодках, глянь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вон туда дальше, восьмой. Разрешают, что ли? Не знаю. Погодка, конечно, хорошая. А, и вон там тоже сидят, где мы, помнишь, тоже были? Вот там, да, вот там, ага, там хорошо люди занимают на леща, там места не займешь, забито. Ну это местные, нам-то пока доедешь, далековато. А вон еще один на лодке. Ну значит будем искать другое место, может, да? Может там на трубы, да? Может. На трубы, да. А может, если не, на псел хищника погонять меня на щучку. Ну, давай. Можно, да? Ну, там 100% места есть. Я тебе, если что, закину фидера, а сам пройдусь по берегу, да? Угу. Все. Ну, завтра покажет. Да, завтра будет видно, загадывать не будем. Вот так вот все забито, как я и говорил, у всех охота на леща. Так, пойду до Виты, уже, наверное, потеряла меня, где я пропал.
хоть песок чуть укатали, а тут такие барханы тут были вообще. Чуть-чуть дорога такая проездная более. И сейчас я подходил, ну сейчас покажу вам, где машина стоит. И там паренек сидит, говорит, час назад как закинулся, поймал, говорит, сазанчика. Где-то, ну я глянул, где-то до килограмма, наверное. И то уже хорошо. Сидят. Вон они. Добрались домой, а вот он уже на прогулку, на дневную Вита вывела его. Угу. Старик. Где мама? А, вот они два. Где наши дворовые друзья его. Черный, барон и Манька, аббревиация. И Ричик, блондин. Все, пошли. Донбасский блондин. Ричик, да? Ричик. Надо ж везде залезть. Понюхать. Ага, ага. Все. Летуля уже все готовит на салатик. Салат медуза будет. Какой медуза? Мимоза. А, мимоза. Я медуза думал. Медуза. Мимоза. Да все вы его готовили, ели. Вкусный, нежный такой салатик. Хорошо заходит. Да, мы уже забыли, когда его готовили, да? Это что-то вспомнили о нем. Хотела Вита этот, как его, оливье. Оливье, да. Я говорю, давай лучше вот эту медузу, мимозу. 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 А, мимозу. Вчера соседка дала. Говорит, ты ешь вот такое? Я говорю, я не то, что ем, я говорю, его поедаю. Особенно еще сварить риса. Кашу, кашу он любит, арбузячий. Да, кашу. И медика добавить, вот это перемешать, все, ой, красота. Или мы любим с Витой, еще делали мы всегда в духовочке, помнишь? Дома, мама, запекала. Духовки. Я почистю, на этот, на противень повылаживаем все. И кусочками порежем. Да, и медиком сверху вот так еще это. Ну, уже потом, когда достали с духовочки, медиком, чтоб тепленький. Если мед у вас, ну как, засахарился чуть-чуть, пока теплый, то медик, чтоб он растаял чуть-чуть. Ну, а если такой, у кого еще... Льется. Рассказывают, вроде бы он делал. Я нарезала кусок, ну ты нарезал мне, да, ты всегда мне нарезал. Я улаживала на противень, присыпала сахаром. И еще на каждый кусочек ложила сливочного масла. А, маленький о. Кусочек, да. Вкуснятина, запекалась, так вкусно. А ты ж потом уже и медом поливал. Ну я такое с медом люблю, да. Мед у нас уже потихоньку заканчивается. Там уже бутыль, больше полбутыля нема. Так еще зима не наступила. Подкупим еще, он продается. Подкупим еще, а что ж делать? Мед это такой, как? Продукт. Продукт. Если он есть, то его сразу нет. И все. Сардину с маслом, да? Ну да, прям перемешаем ее. Он сочный тогда получается, конечно. Да? Угу. Ты сардину будешь два слоя, да? Ну да, он делается в два слоя. Ставим еще. А что вот этот еще варишь?
То шмами с черным. А, собакам кашу. Ты смотри, у них тарелка пустая. Подкормить наши. Ага, воды им вынесла, тарелка. Ну, их кормить надо. Они рядом с машиной, охраняют всю ночь машину. В гараж лень меня ходить, в машину ставить. Так я во дворе. Охрана есть, не страшно. Чуть-чуть. Чуть-чуть всего, да? Ну да. Так, теперь лук у нас маринованный. Маринованный просто в воде, да? Ну нет. Что ж он в воде замаринован? Водичка с уксусом наполовину, сахарка сюда. Вот он постоял, замариновался, сейчас мы его... Его даже можно так брать есть, да? Или нет? Жень, ты как всегда. Можно. Яйца теперь сверху на лук. Все, да? Или... Нет, не все. Мы будем два слоя делать, так что не все. А мы с тобой сильно не заморачиваемся, да, вдвоем насчет еды? Угу. То дети были как-то что-то выготавливала, Вита. Да у меня голова кругом шла, что приготовить. Что готовить, что готовить? Одному то, другому то, третий то, да? А так вдвоем, что сготовили, то и едим. Что захотелось, да, то и... Да, да. Особо не паримся насчет этого. А то можем вообще целый день на воде просидеть. Да, конечно, особенно ты. Так, яйца опять сверху, майонез. Теперь так слегка сливочное масло. Надо морозилочку, чтобы подмерзло оно хорошо. Чтобы хорошо терлось. Правильно я говорю? Конечно. Скажи, ты всегда правильно говоришь. Ты всегда прав. Так, и теперь... Плавленый сырок. Сверху на масло, да? Плавленый сырок сверху на масло. И потом второй слой так же само, да? Угу. Сейчас будем повторять все слои. Ты выспался уже, да? Выспался? Уже ждет, облизывается. На сырок опять майонез. И опять повторяем слои. Все по новой. Все слои уже, да? А сверху еще нет, яйцо, да? Еще сейчас, да. Сейчас лучок последний. Понятно, все. Вот ты уже салатик сделала, да? Да. Отлично. На ужин у нас есть салатик. Всем приятного на ужин. Ну а с вами надолго не прощаемся. Встретимся завтра на рыбалке. Нам на 5 вечера, да, надо будет. Все, до 5 вечера у нас время есть. Так что во сколько выйдем, во столько выйдем. Зайдем опарыша купим. У нас, да. Ну я сейчас гляну, если тот еще живой, значит заберем. А если купим. Все. До новых встреч. Пока-пока. Всем мира и добра. И хорошего настроения. Пока.